Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Nokia 8.1. На заднем плане наш сайт Hard Reset Info Россия. Предлагаю вам на него зайти, чтобы увидеть большее количество интересных кодов на ваш телефон. Итак, в начале. Давайте самый обычный код, он самый важный, наверное, это звездочка-решетка, 06-решетка, о нем каждый знает, но мало кто по делу использует. Заскриньте это, скиньте своим родственникам, ну как родственникам, жене, не знаю, если вы ребенок, отцу, матери, тем, кто точно никогда этим не сможет воспользоваться в корыстных целях. В чем прикол? Это номера IMEI и серийный номер, это номера идентификационные, номера вашего устройства. И даже если номера IMEI можно изменить, номер серийный невозможно, так как номер кузова автомобиля. Ты его не сможешь спаять, этот номер, с деталей твоего телефона, с материнской платы. Нереально. Поэтому я вам говорю, если у вас потерялся телефон, идите в полицию, показывайте свои номера IMEI. Если кто-то с вашего телефона вошел в сеть, подключился к интернету, он уже будет засвечен в провайдере, то есть, что он подключился к сети, с какого места, там, точность определения до 5 метров. Поэтому я думаю, что вы все-таки решитесь записать куда-то эту информацию. Затем следующий код – это информация о телефоне. Звездочка-решетка, 4636, решетка-звездочка. Звездочка 4636, решетка-звездочка. Вы здесь можете увидеть информацию о телефоне, статистику использования устройства, Wi-Fi информацию, как, что там со статусом, что там с API, как там с конфигурацией. Дальше, следующий код, это просмотр всех событий ближайших в Google календаре, не открывая Google календаря. Вот так вот. И последний, наверное, код, который я покажу, это звездочка-решетка, 426, решетка-звездочка. Вы здесь можете увидеть FISI-M-диагностику. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.